Приветствую вас, друзья. А тук тут. Теперь он похож на рака. Раковая шейка. Ну, хороший доспех. Он, даже покажу. Он нам дает. Что он нам дает? Да какая хрен разница, что он нам дает. Быстрее выносливость восстанавливается. Так, надо заняться нам с Вилей очисткой камней от влияния Мирака. Но сначала мы зайдем сюда. Вот рядом тут есть небольшой островочек. Там палаточка стоит, около нее бандюган сидит. Если нам повезет, то найдем кусок доспеха печати смерти. И карту, и будем тогда их искать. Хочу Вилью тоже такую голубенькую броню одеть, только легкую. А, вот там за углом. О, кто-то уже поработал без нас. Заклинание возьмем. Еще тут загорает разбойник. Хера у них нету. О, вон там он. Ну, а потом уже отправимся по поводу камней. Выходной взять? И что мы будем делать? Сидеть? Мы и так выходной гуляем туда-сюда. Экскурсии у нас постоянные. По родному краю тут ходим туда-сюда. Любуемся вон своим вид водопад. Люди за это деньги платят такие охрененные. О, вот они. Ну, пойдем. Мой конец уже близок. Пустяк. На! Так, ну бандюки здесь. Осталось только у них найти карту. Надеюсь, есть. Скорее всего, это у капитана. Капитан, ни хера у него нету. Золото 250. Черт. А у этого пират. Тоже ни хера хорошего. Серебряный слиток и все тут. А этот мах. Отмычка. Хм. Здесь было раскопано, значит не раскопано, значит что-то не сделал. Ладно, придем еще раз. Хер с ними. Ладно, ребята, по... А. Я не любительница солнечных ванн, но даже они лучше, чем это. Точно, точно, надо сейчас это... Чистое небо. Вот так вот. Во, пусть распогаживается. Так. Ну ладно. Давай, возвращаемся сейчас. Куда-нибудь сюда. Пойдем, пойдем по камням походим. Выступать будем? Да конечно будем. Мы постоянно. Мы дети те, кто выступал. Кто это там рычит? Это мне показалось. Да, бандиты такие, бедолаги, нищие. У них ни хера никогда, ни черта нету. Бедняги. Где тут подъем наверх? Во, в деревню. Пойдем. Да. Где тут тропа? Вот она. Нашлась. Да вот так всегда. С утра встретишь кого-нибудь недружелюбного. И на весь день все настроение испортит. Ну, хер с ним. Ладно, ничего страшного.
Мы с Атуком не унываем. Нас просто так без хрена не сожрешь, да, Атук? Пойдем там. Убьем кого-нибудь. Да мы уже убили тут много народу. Сейчас вот камни расколдуем. И все нормально будет. Потом с Нелотом поговорим. В общем, избавим мир от проклятия. I'd kill for a sweet one. Мирока. И дальше нам будет уже счастье. Вилья наверняка тогда нам что-нибудь предложит там. Посвататься же, кольцо купить это. Точно, точно, надо что-то про кольцо, где-то я что-то такое слышал. Надо будет потом в этот... Reeklings working on an all-maker. Так, давай-ка мы сейчас сюда, где этот подчинение воли, надо ж... Как... Кто тут? Вот зараза. Да не говори. Кстати, надо меч зарядить, он совсем разрядился. Где тут наш бич драконов? О, совсем пустой, как бубен. Большой камешек. И крохотный. О! Ну все, теперь вот. Давай. Да. Давай, сейчас вылезет. Вон он. А ты еще откуда? Будешь знать. Рожа какая. Жуткая. Не говори, камень зверя очистили. Кольцо малого здоровья. Можем одеть на себя еще кольцо надеть, натянуть. Да, натянем. Будем еще здоровей. Пойдем. О, кстати, может быть, это камень зверя. Стоит им воспользоваться. Вызов медведя-оборотня. О, видишь, если что, захочешь, можно вызвать. Нам. Это благословение Уриэля еще действует. Ух ты, мы же вроде давно были там. В том храме, как-то вообще в прошлой жизни. А оно еще действует. Какой Уриэль-то? Ёмкий. Так, погодь, нам надо же куда-то идти. О, сюда. Значит, нам надо... А там мы на нахер спустимся. А может и спустимся налево. Куда мы пошли? Пошли туда. Что-то еще у нас тут? Да нет, все, больше ничего. О, домик какой-то. Но мы не будем с этими связываться. У них тут внутренние разборки, пусть они сами там и разбираются со своими проблемами. Ну, может, потом. А сейчас мы пока спустимся вон к Синему морю, все такое. Пройдемся по бережку. Освободим камни все.
убьем кого-нибудь. Хочется кого-нибудь убить. Нахера вот так вот с утра свяжешься, поговоришь с козлами? Уйди. Я не говорил, что это будет просто. Однако мы должны попытаться. Победим мы или проиграем. Ну, давайте дальше продолжайте болтать. У вас там амбиции зашкаливают, все такое. Ха-ха. За волком, все за волком погнались. А там еще кто? Рыбу глушим. Ха-ха-ха, Тук, нормально. Я не знал, что так можно рыбу глушить. Оказывается, можно. Вот тут еще волк. Бедолага. Пойдем. О, олень. О чем думаешь, северный олень? О Новом Годе? Где твой Санта-Клаус? Гномы, подарки, все такое. Вот кто любит Моровинд, может поглядеть тут все такое моровинидистое. Специально для любителей сделали дополнение это с драконорожденным. Такое ощущение, что кто-то здесь вылазит. Точно. Пусть назад лезет. Все. Пойдем. Займемся камнем. О! Камень солнца. Далеко. Так, где тут нам подчинение воли? От нас. Он все ближе к нам. Ой, блин. Глаза твои были слепы. Твою дивизию, мать. А. Руки наши были пусты. О. А то вместо чем крикнуть взял, нажал. О. Давай, где тут вылазит? Готов. Камень солнца. Солнечная вспышка добавлена. Ну, пошли дальше. Что произошло? Да хер его знает. Как-то не отложилось. Магия. Солнечная вспышка. Во! Огненный взрыв мощностью 100 единиц центра в точке нахождения заклинателя. Чем ближе цель... А, однократное использование. Кому нужны такие навыки? Вот мне интересно там. Раз в день ты можешь использовать какую-то там свою способность охрененную там. Прогнать врагов. Ну, если бы тут враги попадались бы раз в день. Я понимаю, да, это была бы какая-то полезная способность. Враги-то попадаются вообще очень часто. На каждом шагу, вон, смотри, вражина уже идет. Не успеешь это. А это что за псих? Идиот. Да. А есть у этого родственничка что-нибудь полезное?
Ну, золото возьмем, и ни хера у него нет. Он просто тут обдолбался. Еще паучок. Или кто там у нас? Горелая? Горелая бабища? Нет, паучок. Все, взорвался кедрень и фени. Пошли. У нас там нет никакого проклятия от Мирока. Не попало, не получилось там. Случаем. Тоже ж это. Всякое может случиться, да. О, слушай, нас просили зайти сюда и разобраться. Можем зайти попутно. You will be so dead. Пойдем разберемся с этой нечистью. Даже командир стражи просил это. Ну и чё ты тут швыряешься огненными шарами? Сейчас я тебе твои шары. Готов. Попал в другого. Хе-хе. Да, готов. Ребята, приготовьтесь к бою! Да! Форт Дель. Морозного Мотылька не падет никогда! Да здравствует Империя! Стоять! Один туда еще убежал, но сейчас мы его там вытащим оттуда за ноги. Эй! Придурок! Стоять! Все, тут больше никого нету. Тихо, ну пойдем там еще разберемся. Где там этот генерал, который там шлет всем приветы? О, смотри, вылазит. Выплывают расписные. Стеньки Разина челны. Тарелки биты. Что это было? А, это этот развалился. Пойдемте. Ничего тут бояться. Тут, в принципе, это... Рождение пепла и все такое. Мастер, фломастер. Ладно. Вон, пойдем туда. Да-да, точно тут гробница. Там сюда. А ты еще откуда? Еще кто-то там. Повелитель. Ну, возьмем у тебя две гранаты. I really do love you. Вилли, дай пройти, you know, твою мать. Вот ключ от форта. Нам-то он и нужен был. Больше, в принципе, ничего. Дневник Илдари. Ну, возьмем, хер с ней. Сумка аптекаря, что-нибудь там есть? Собачий корень. Собачий корень хорошо для приготовления ядов. Да, берешь собачий корень, бесовский гриб, и вот тебе хороший яд. Паралича. Мажешь им стрелу и стреляешь во врага. Он падает, и все. О, кстати, о птичках. Давай зайдем сюда, раз уж мы ключ взяли. Оба-на! Залезем в сундучок. Золотца. О, слиток стали надо, а то у меня... Ой, давай-ка нордск.
Этого меда возьмем, а то у нас совсем нету. Так, Эль нам не нужен. Сиродинский бренди, а что он там нам дает? Ну-ка. А, ну нормально, берем. Берем хороший напиток. О! Пойдемте, девчонки, у нас теперь есть пиво и есть бренди. Мы нормально можем провести выходные. Вот так вот, пошли дальше. Будь начеку. Да, тут сейчас повылазят черти со всех сторон. Так. Генерала мы завалили. Кто у нас там еще остался? А, ты его там щекочешь, его тирана. Да. Смотри, как он удивленную рожу-то сделал. Вот это да. Да, ну все ж. Все. Так, погодь. Давай с этого, с генерала-то что-нибудь возьмем. А, вы там все еще кого-то ловите. Дубинка защитника. Ну что, возьмем. Ключ возьмем. В сундуке наверняка в таком большом что-нибудь полезное лежит. Да нет, нихера там не лежит. Как всегда, чем больше сундук, тем меньше от него толку. Че тут? Разбежались эти ваши? Не надо же было их так пугать. Стоять! И все. Молокосос. Милк дринкинг. Ха-ха-ха. Очень интересно. Ну ладно. Вот и вышли. Ой, ну ладно. Еще, ну ладно, ну ладно, что я заладил? Атук, почему я заладил все время? Ну ладно, все потому, что позвонил сегодня в одну какую-то, блин, организацию дубовую. Называется Moss Obel Years. Придумают же такую организацию наши супостаты. Это вообще обсмеяться можно, Years. У них с головой вообще не все в порядке. И люди там такие же сидят, суки. Извините за выражение, нету. Спросишь их вежливо, вот так и так, что делать в такой ситуации? А тебе нахамят, падлы, поубивал бы всех. Зараза, прям в руки чешутся кого-нибудь убить это. Падлы. Ну ничего, сейчас вот снег, снегу тут на выходных навалило у нас, не пройдешь никуда. Сейчас улицы расчистят, улицы что же нихера не чистят? Ну давай, Вилли, расскажи мне чего-нибудь. Эй! Стой! Yes. Любимая. А, уже не хочешь разговаривать? Talk later. Я говорю, улицы нихера не чистят. Вообще нафиг. Обещают, говорят, больше такого снегопада типа не будет. А ты еще откуда? Вот и все. А как же не будет такого снегопада в марте, если выпало всего 35% месячной нормы осадков? А где еще 65%? Если они с этими 35% не могут справиться, твою мать. То что же будет дальше? Вообще со всеми этими сити-менеджерами и прочими назначенными губернаторами. Хрень собачья. Раньше хоть эти все Лужков и другие губернаторы и мэры, они, конечно, были людьми из определенных кругов. Сейчас расскажу, подождите. Так вот и говорю. Ой, слушай, надо же этому доложить. Марш мертвецов. Тоже Лужков, да. У них там свои недостатки были. А у кого их нет? Это были хозяева, я помню. Выезжаешь в Москву с нашего доблестного Одинцова зимой. Приезжаешь,
тут еле выберешься из сугроба. Приезжаешь в Москву, какой-нибудь спальный район, с утра еще чуть только свет по работе. А там уже все убрано, все чистенько, красота. Про центр я вообще не говорю, там вообще снега никогда не было. Он вообще там, я не знаю, не выпадал, наверное. А сейчас что? Теперь в центре Москвы колея тракторная. И все. И тротуары льдом покрытые. Сити-менеджеры. Какие новости из форта Морозного? Да, убил я генерала Карри. Наконец-таки. Еще бы кого-нибудь убил бы. А как еще человек может продвинуть? Да, есть такие люди, это значит, которые живут. Ходит о подвигах, да, такой был герой. Он же не будет посылать, да. День велела дать это тебе, если вернешься. А тебе еще удалось избавиться от генерала Карри. Ух ты. Это лучше солдатского заработка. Так что скажи спасибо. Спасибо, друг. Ну ладно. Спасибо тебе за помощь. Пока-пока. У тебя такая фисташковая броня интересная. Ладно, тут поболтал про Лужковой против сити-менеджера. Мне как-то на душе полегчало. А то, сука, извините за выражение. Невозможно было. Прям хочется объявить войну всему миру. Как-нибудь объявлю. Да здоровье уже не то. Вот могу только отуком бегать. Зараза. Так, где у нас тут подчинение воле? Простым дело. Во, давай. Отлично. Вылазь отсюда. Где ты тут? Один готов. А ты еще откуда? Сейчас и второго мы тут. Вот так. Ну вот и все дела. Пошли. Оно всегда так во всех делах. Лучше какой-нибудь херовенький, ну хозяин это. Пусть он там как-то не во всем догоняет, но он все равно как-то... О, смотри, какой-то люк. Дорога в Воронью скалу. Ага, интересно. Слушай, никогда там не был. Давай зайдем. Подземный ход, что ли, какой-то. А ты еще откуда? Ха-ха! Мочи, козлов! Ух ты! Интересная дорога. Раньше тут ее не было. Ладно, мы потом займемся ими, девчонки. Нам надо сначала главные квесты сделать, а то Вилли тут... Где этот? Что тут, кто-то там прячется, что ли? Козел. Пошли, девки, отсюда. Потом пройдем по канализациям по лазе. Надо сначала сделать правильные главные квесты. А то ж мы так Вилью никогда тут и не захомутаем. А потом уже, пока в ожидании какого-нибудь чуда очередного происходящего, тогда уже это... О, где это мы вылезли? Ага, все, я понял. Ну, пошли дальше. Дело к вечеру. Ну, нам осталось один камень-то очистить. А потом к Нилоту отправимся. И все будет нормально.
А, так вот же ж я... Ой, ну давай поговорим, ладно, рассказывай. Поесть? Да у тебя все равно ничего нету. Что ты мне предлагаешь, да? А, типа, если я тебе дам... Да у меня жратвы, знаешь, и так хватает. Да. В некоторых случаях бы это было бы даже хорошо. Как говорится, не везде ты там приготовишь. Ну, у меня есть и... Ну, котелка сейчас нету, ладно, где-то его потерял. О, бандюки, наконец-таки. Хоть что-то, твое разнообразие какое-то. Иди нафиг. Где там? Вот и все дела. Еще есть там людишки? Давай, сейчас я на тебя гаркну. Даже не буду подниматься. Лень. Ха-ха-ха! Еще там один бегает где-то. Живой еще. А, во, все, уже не живой. Все, девки там наконец-таки завершили свою эпопею. Зажарили. Вот и все. Будем мы там с этими. Так я ж про этих, про хозяев все не закончил. Про хозяев и сити-менеджеров. Так вот, даже такой хреновый хозяин, без руки вообще, ну, он все равно хозяин это. У него какие-нибудь свои понятия о всех этих делах. Это лучше, чем просто назначенный вообще хер знает кто. Ему вообще на все насрать. Ему надо, главное, отчет правильный сдать. Я бы чего не вышел, и жопу свою прикрыть. Ему наплевать на объект, за которым он следит. Похрену. Главное, чтобы самого это начальство не поругало. Да. А то здесь всякие-то. А вот эти вот назначенцы, это везде это. Никто, никому ничего не принадлежит, он просто назначенный, и ему платят только за то, чтобы... Я вообще не знаю, за что ему платят. Чтобы не возникал против начальства. Вот он и составляет только отчеты и всякую всячину, ему вообще наплевать. Если где-то что-то пошло не так, ладно, можно всегда устроить праздник какой-нибудь и народ отвлечь. О, точно, никого нет. Давай сейчас этот каменюку развалим. Где тут? И тогда... Весь мир увидел. Да, весь мир увидел. О, а вот он. Вот растяна. Готов. Сейчас должен дракон еще прилететь. Может, тут все ходы за... Жалость-то какая. Где он тут? Ни хера не летит, что ли? Да не, летит, летит, летит. Вон он. Давай, давай. Давай сюда, мы тебя сейчас захерачим. Вдруг ты взлетишь, у нас есть драконобой. Истребим всех драконов в Тамриэле и на Солстейме. Выведем вас. А тут душа этого дракона принадлежит мне. Да бери, бери, не жалко. Так он правда, что это? Хорошо, что я доверяю.
Я становлюсь все сильнее, Талахим. Да, да становись на здоровье. Будет хоть подраться с кем. Ха-ха, смотри, как крестьяне тут. Вали этих мелких. Не следа, да. Возьмем кровушку с этого, с дракона. Ну и деньжат заберем. Че, не будем же мы бросаться тут добром. Вот. Отлично, замечательно. Так, ну что, все, мы тут с камнями покончили, да? Так, путь знания. Поговорить с Нилотом. Ну, пойдем поговорим. Можем сейчас вот сюда отправиться, к камню солнца, чтобы не тянуть кота за хвост. А потом к Нилоту. Ну, к Нилоту с утра пойдем. Да? Ребята, где тут камень солнца? Вон он, понятно. А где Нилот? Нилот вон там. Ну все, Нилот-пилот. Да, так, сейчас час ночи, да, 5 часов спим. На заре идем к Нилоту. Хорошие грибы. Вообще подход правильный. Вырастить город. Хера его строить. Если можно использовать ресурсы планеты, а не ресурсы человека. У нас совершенно неправильный подход к использованию человека. Мы лучше ничего... Нет, сначала, первоначально-то люди как раз правильно подходили ко всем этим вопросам. Они использовали на полную катушку. Почему ты здесь? Разве тебе не полагается быть в башне? На полную катушку все природные ресурсы. Охотились там, рыбачили и все такое. Но потом... Оба-да, классно. Какой сквозняк-то. Так, ну что, Нилот, привет. Опять ты? Разве не тебя я видел в Вороньей скале? Меня. Говорят, ты знаешь, где черные камни найти. Ты говоришь о книгах? Эзотерических знаний, которые разбросал по миру старый Хермеус Мора? Они самые, это да-да. Это как-то связано с твоей... Да-да, связано. Рака. Так, у меня есть одна книга, одна, но мне нужно... есть? О! И она уже прочитана, верно ведь? И не пытайся отрицать. Ах ты какой проницательный, а? Я вижу это. Но, умный. Опасные знания все равно знания. И они тоже полезны. Да-да. Более того, по моему опыту, такие знания самые полезные. Конечно, только надо осторожно с ними обходиться, а то что-нибудь себя оторвешь, это и с кому-нибудь еще. Да, мне нужно узнать, что знает Мирак, иначе мне его не остановить. Вот это очень опасный путь. Хермеус Мора ничего не отдает. Да ладно, мы с ним знакомы, давай. Ты тоже можешь кончить как Мирак, конечно. Два обезумевших от жажды могущества дракона рожденных. Очень любопытное сочетание. Ну, здорово, мы будем сражаться с друг другом за власть над планетой. Ну, давай, где книжку о, найти? Да. Их нетрудно найти, если знаешь, где искать. Да. У меня тут есть одна, и с ее помощью я ищу другие. Отлично, давай. У тебя есть черная книга, давай ее почитаем. Да, я не сидел без дела, пока это крайне занимательное безумие овладевало Солстеймом. Но моя книга определенно не то, что ты ищешь. Я совершенно уверен, что она никак не связана с этим Мираком. Да? Это, почему это зато ты так уверен? Я знаю, где найти черную книгу, которая может тебе помочь. Да ну. А почему о, твоя книга не может? Она точно никак не связана с силой, завладевшей островом. Угу. А ты что, я ее читал? Я сейчас говорю не о Хермеусе море. Черные книги-то все его, конечно. Угу, как интересно. Нет. Тебе нужна особенная книга. Именно благодаря ей Мирак обрел свои силы. Ладно. Ну и ты знаешь, да, где найти знаю. Ее? Правда, заполучить ее я не смог.
но, может быть, вместе нам удастся проникнуть в тайны Двемеров. Ну, пойдем, пойдем. Двемеров, они-то какое к этому отношение? Можно сказать, специализировались на запретных знаниях, так ведь? Ты же не думаешь, что они выставляли свои секреты для общего доступа? А что ты Двемеров гномами называешь? Похоже, судя по ихним доспехам, по размеру ихних доспехов, они не были гномами. Там хрен влезешь. Я нашел спальню в развалинах Нчардака. Нчардак. Но она находится под защитным экраном, который мне открыть не удалось. Я понял, понял. Возможно, вместе. Вместе мы доберемся. Да-да, нам пошли на чердак. Давай. Давай, вперед. Вперед. Оба. А, от Вороньей скалы это. Даже отсюда понятно. Конечно, давай вниз тоже. Вперед. О! Где этот? Дружок наш. О, пойдем. Путь знаний. Отправиться в чертак с Нелотом. Мастер Нелот знает, что да, я пойдем, делаю. Пойдем, пойдем. Не надо ему этим докучать, он сейчас очень занят. Я ж говорю, как бы удобно было бы использовать мощнейшие силы природы, планеты, которые тут и так присутствуют, для того, чтобы создавать себе что-то такое, материальное благо и все другое. Нет, мы пошли по какому-то тупому пути, по пути извращенцев, которым нравится управлять и издеваться над людьми, и вот теперь мы с утра до вечера чего-то там делаем. Полезное. Полезности в этом нашем делании, ну я не знаю, там ни на грош нету. Полезным делом вообще мало кто занимается. Может, да вообще мало. Если кто и занимается полезным делом, то весьма неэффективно. А уж те, кто там занимается всякой бумажной работой, вообще нахер никому не нужны. И чтобы оплачивать им вот эту бесполезную работу, другие тоже должны работать день и ночь на какой-нибудь другой ненужной работе. И так все. И это считается вроде как клево, потому что все заняты, офигеть. Все заняты делом, развивают свой интеллект там и все такое, тело и душу прокачивают. Кому нахер нужна это тело и душа, если ими некогда воспользоваться? Нет ни сил, ни желания, уже все, ты там приполз это. После работы, изможденный. И все. А Двемеры умели строить на века. Слушай, что такая погода херовая? Дай-ка дуну здесь это. Эти давай. Башни. Вот так вот. О, совсем другое дело. Сейчас наладим погодку. Книга находится под этим куполом. Пошли. Мне нужно открыть дверь. Ну пойдем. Давай этим займемся. Давай, давай. Пойдем там разгоним там-нибудь чердак. На чердак сходим. О, это пауки какие-то мерзкие. Агент спящий. Да. Да не говори. Чё мы пришли? Да нам вообще пофиг. Просто всех молотим и все. А, еще кто-то тут швыряется какой-то хренью. Сосульками кидается. Какой сюрприз, надо же. Лорд, что ли? Фига ты, Вилья, лупишь. О, блин, этого лорда стрелой за борт выкинуло. Ну ладно. Все. Где там этот хрен ходит? Тут что-то все закрыто. Вон он идет там. Да я пока он идет это. Заряжу меч, а то у меня разрядился с этими мелкотой. Сражаться вот обычный. И еще один обычный. О. The Dwemer ruins are very impressive. Да! Двемеры. Гномы. Хера они не гномы.
Ну, если гномы, то очень большие. Однако, похоже, обожали эти колонки. Давай, давай. Так, девки, ну-ка отошли все в сторону, дайте этому Нилоту. Ими можно управлять. Да, открывай. Я запечатал дверь, когда уходил, чтобы отвадить любителей совать нос куда не надо. Да, да, да. Давай отпирай ты, господи. Ты любитель поболтать, ты любитель, охренеть. Внутри. Пошли. Любители поболтать. Вот, книга видна. Ну давай стекло расхерачим и достанем ее. Риска. Но поверьте мне, нет такой магии, чтобы это открыть. А дубиной? Если бы было, книга была бы уже у меня. Ну ладно. Нет, нам придется пойти обходным путем. Ну ладно, нормальные герои всегда идут в обход. Если подачу пара в эту комнату, я смогу добраться до книги. Ну, давай. Как видишь, это проще сказать, чем сделать. Как конечно. Пошли. За мной! Ага, за тобой! Да, надо на чеку оставаться всегда. Прошлый раз, когда я был здесь, ага, я исследовал лишь небольшую часть развалин. Где ты? Тогда я был один и понял, что для этой грязной и опасной работы обязательно требуется помощник. Вот, правильно. Это ты хорошо придумал. Но вообще ты храбрый, Чердак, чувак. Город Стабаша. В свое время здесь был крупнейший и, возможно, самый полный из великих дэмерских архивов. А, Н это типа... В древних легендах говорится, что когда норды попытались захватить город... Сотня, да? Затопили, а чердак это башня. Ну, вполне возможно, да. Лично я в этом сомневаюсь. Но город был чудом дэмерского инженерного искусства. А теперь... Вот что осталось. Да не говори. Ну, хорош болтать давай это. Большая часть нижних уровней города затоплена. Но надежда есть. Да, давай. Старые двемерские насосы, похоже, работают. Да, да. Опс. К сожалению, насосы включаются только когда кубы стоят на колонках. А-а-а. У меня всего один куб. Но... Эти четыре котла... подают пар в комнату наверху. Mm-hmm. Они выключены, но ими можно управлять с помощью кубов. Хорошо. Так что, если мы найдем еще четыре куба, то сможем включить котлы и возобновить подачу пара в комнату наверху. И тогда я сумею открыть защитный чехол книги. Возьми этот куб, нам он понадобится. Хорошо. Пойдем. У нас есть один куб. Ага. Так что у нас здесь схема метрополитена, да? Это устройство показывает, что в этой части города находится еще четыре куба. А, вон они там эти вот. Что большую часть кубов перенесли на нижние уровни. Понятно. Возможно, они пытались контролировать затопление до того, как город был покинут. Интересно. Это позволяет предположить, что город затонул во время первой катастрофы Красной горы. О. Или слуги Двемеров продолжали пытаться сохранить город после исчезновения их создателей. Хорошо, хорошо, пошли, 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 Нилот. Быстренько ногами шевелим, раз, раз, раз. Ну что же, три куба за этой дверью. Стоит отсюда и начать. Ты начнем. Можешь открыть эту дверь с помощью управляющего куба, который я тебе. Отлично. Пошли. Скорей, быстренько. Народ за мной. О, еще один кубик. Забираем. Надеюсь, остальные кубы найти будет так же просто. Ох ты, смотри. Что это было? I'm not afraid of spiders. Да.
Так, камни душ собираем, они нужны. Их дохренища нужно, ну ладно. За мной. Очевидно, это и есть великие мастерские Нчардака. Да, 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 точно. Они самые. Несмотря на разрушение. Ну, вообще интересно. Мне тоже всегда нравилось. Ну-ка, кнопка управления. Оба-на. За один день. Большая часть кемерской армии в битве Прекрасной горе. Смотри, какие пауки полезли. Кто там? You will be so dead. Да. Готов. Битва с металлом, с машинами. А, это такая хрень, которая. А теперь посмотрим, найдем ли мы способ добраться до следующего клуба. Да найдем, найдем, конечно. Оба-на. О, осталось еще куда-нибудь поставить. Сейчас поставим. Огонь. Дай с этого заберу. У него же наверняка тут что-нибудь ценное. У таких ребят всегда что-нибудь ценное есть. Ха-ха. Во. Опаньки. Да. Пошли. Где вы там? Эй. Веди, Нелот. Или Нелот. Ну, неважно, все равно веди. What makes this smell? Этот запах, да вот тут страшновато тут. Да, я зайду, а то ты тут сейчас будешь сражаться бесконечно долго. Нет, тут никого нету. А, замок, не будем мы в этот сундук лазить. Понятно, это когда я там возьму что-нибудь, что сразу тут это. Тут внизу ничего нет. Сейчас будет. Во, есть тут. Смотри, берем. Оба-на. Ой, сразу паук. Камушки берем. Ну что вы тут? Вот этот здоровый, смотри, ледяной. Хорошо. Каждый добытый нами куб отключает соответствующий насос, тем самым повышая уровень воды. Нужно быть осторожным. А, понятно. Так, здесь надо поднять уровень воды, иначе ни хера не получится. Так, давай-ка. Опс. И погнали быстренько. Девки, бегом. Пока не затопило. О, поплыли. За мной. Отлично. Так, пока вы там идете, я тут... расчищу дорогу. Готово. Готов. Да-да-да, мне нравится, как ты ругаешься.
Вообще просто обалдеть. Кто там? Пошли. Сейчас там наверху завалим. Ух ты! А ты что еще? За черепаха. Что это было? А ты еще откуда? Во! Дай-ка я заберу вот этот кубик. Оба-на! 4. Очень хорошо. По моим подсчетам, мы в общей сложности нашли 4 куба. Если, конечно, по твоей милости, ничего не потеряно. Ну, надеюсь, что ничего не потерял. Давай-ка мост открываем, пошли. А то тут по тьмах лазить надоело уже. Вилья! Сейчас с Мириком разберемся. Ну а, что дальше-то? Где ты? Лот! Понятно. Оба-на. Тебе нужно понизить уровень воды, прежде чем мы сможем двинуться дальше. Я догадался, сейчас так и сделаю. О, хорошо, давай еще понизим. О, отлично, пошли. Сейчас и там все понизится. Видишь, как осторожно, Нелот. Тут может быть скользко, знаешь, под водой, там водоросли, все такое. Склизкие. О, смотри, опять черепаха. Стой. О! О, смотри, у них большой камень душ даже есть. А ты что тут, прячешься, что ли? Вот и все. А с кем они там сражаются? А, Нелот, на тебя тут напали. Надеюсь, Нелот выберется тут каким-нибудь макаром. Так, ведут на чердак, а за мной. Так. Последний куб где-то здесь. Надеюсь, не придется больше плавать в этой жиже. Ну, может быть, да. Так. Я думаю, где-то здесь должен включаться насос. Но как туда добраться? Ну вот, только больше ничего не трогай. Я так и знал. Пойдем доберемся. А, черт, опять тут повыскакивали эти кастрюли. Кастрюльки, какой-то хозмах. Да, ну вот, все-таки против этих кастрюлей, против железа лучше железа нет. Готов был поклясться, что... Красиво, кто тут в меня так стреляет? Один готов. Нет, еще не добили. Хорошо вы его видите. Все, развалили эту кастрюлю. Ходячую, еще невидимая какая-то. Вообще офигеть. Вечно так.
спрячется и все. Вот так вот. У меня есть идея. Я подожду здесь и выну этот куб, как только ты найдешь последний. Ага. Хорошо, как скажешь. За мной. Девчонки, за мной, вперед. Strange. Да не говори. Так, надо бесплотность включить. No! No, no! Все. Вот и все дела. А теперь вели быстро, бегом. А то сейчас начнет затапливать. Куб найден? Отлично, отлично. Тогда я возьму этот, и да, можно двигаться дальше. Конечно, валим отсюда. Отлично, а то сейчас все нахер затопит к чертям собачьим. О, хитрецы эти. Двемеры. Все тут. О, ты уже здесь. Какой ты быстрый. Ну, пойдем наверх. А, тут нам так просто не дадут. О, восстание машин. Да-да-да, это точно. Чтобы запустить котлы, понадобится куб, который я подобрал. Хорошо. Давай. Вот. Я захватил для тебя этот куб. Отлично. Может, займемся этим? Займемся, конечно. Пойдем. Так. Оба-на. Оба-на. Опс. Похоже, все в порядке. Опс. Хорошо. Времени ушло больше, чем я рассчитывал. Но теперь уже все закончено. Да-да. Здесь еще один паровой центурион. Ну давай. Выходи немедленно. А. Ну пойдем, ладно, поможем. Так, одна кастрюля готова. А, так это ты этих наплодил, смотритель. Давай-ка, аметист сюда, камень, душ. Так, это можешь оставить себе. Сердечник тоже давай, вот это сюда. Дай-ка я схожу, там могут быть какие-нибудь вещи хорошие. Даже не устал. Данил, вот видишь, размялись мы так. Я поднимусь наверх и проверю, поступает ли читальню парня.
Если да, то заполучить книгу пара пустяков. Так, золото, карандовый слиток, обруч. Так, а что там за двимерские сапоги настоящего запаса сил? Да у меня запас сил-то, в общем-то, дохерища. На букву Д, наверное. 40 единиц. Ну, продадим, что там. Ну что, пошли, пора отправляться туда, в эти... В дебри. Так. Сейчас поднимемся, сделаем перекур перед этим делом. И тогда отправимся уже во все эти тяжкие. Эк. Читальный зал. Ну что ж, друзья. Все получилось. Пар поступает. А теперь это будет проще простого. Вот так сойдет. Вот так вот, ребята, здесь мы сделаем с вами перерыв до следующей серии. И в ней мы как раз отправимся наконец читать эту книжку. Дело того стоило. Конечно, прошу, конечно. Садовод людей. Ты заслуживаешь право быть ее первым читателем. Хорошо, хорошо, Нелот. Кроме того, это может быть очень опасно. Это же хорошо. Эти книги многих людей свели с ума. Отлично. Ну, мы с вами простимся до следующей серии. В следующей серии мы начнем пожалуйста, чтение, да. Подходи.